Делаю обзор блузки. Блузка совершенно новая. Смотрите, какие оригинальные рукава. Тут, получается, рукав на подкладе идет дополнительным. Блузка сама не на подкладе, а рукав на подкладе. Ну, какой-то нереальный пошив, сборка. Их по-разному можно делать. Эти рукава не широкие. Смотрится вообще обалденно просто. Это подиумная модель. Брала ее очень дорого. Не носила вообще, ни разу не надела. Она мне мала. Размер 42-край 46. Моделька, ткань чуть тянется. Ну вот смотрите, у меня, вот смотрите, это получается 42 размер манекен, да? 42, вот запас есть, и она чуть тянется. Ну запас, вот смотрите, если вот так вот брать, то вот такой вот запас у меня есть. Скрытые пуговички, ряд. Здесь двойной, так застегивается, ничего не видно. Сборочка. И очень оригинальная сама основная пуговица. Ну очень красивая. Кофта, лавандовый цвет, вот такой, это просто нереальный какой-то.